Всем привет, друзья! Ты вы находитесь на канале Криптосфера, и мы с вами, как всегда, продолжаем взрывать новые интересные криптовалютные проекты. Мы с вами в этом видеоролике продолжаем взрывать такой проект под названием SafeMoon. Ну что ж, погнали к интересным моментам этого проекта. Ребята, в прошлом видео вам забыл рассказать про их блог и также факью, часто задаваем вопросы. В этом блоге можете понять, узнать самые новые новости, которые вообще происходят с их командой и тому подобное. Вот мы можем видеть, что как они, какая у них была путешествие, какое у них было. Также вот можем видеть, что вообще как их монета завоевывает мир. Ну, в общем, можете здесь это все подробно прочитать. Вас перекидывают на статью и читайте, узнавайте. Также здесь есть у них факты, часто задаваем вопросы. Вот можем видеть, что люди часто спрашивают, что такое вообще Binance Smart Chain. Можете здесь почитать. И также, как вообще можно купить SafeMoon Cash. Это я тоже вам показывал в прошлом видеоролике. И вообще здесь у них есть все биржи, где вы можете купить саму монету. Вот, допустим, Hotbit. Ну, я вам уже вчера в прошлом видео рассказывал, что у них пул маленький и... Так вот, выходит. Ну что ж, ребята, погнали к обзору ихнего мерча. Ребята, у этого проекта есть свой мерч. Вот можно увидеть здесь Mooning, Mascon. То есть это ихний мерч, ихнего токена. Достаточно красивый в стиле всяких в космосе и тому подобное. Вот можем видеть. Также здесь у них есть прикольно. Здесь можно купить всякие маски и тому подобное. Вот можем видеть. Все, что захотите, можете купить. И всякие аксессуары, всякие брелки и тому подобное. Также здесь можете зарегаться. И, я так понимаю, вы здесь можете, свой счет пополнять с помощью криптовалюты. Ну что ж, ребята, на этом наш второй видеоролик заканчивается. В следующем видеоролике мы с вами разберем их white paper. А также обязательно разберем с вами, точнее, я вам покажу их телеграм-канал. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока.